них это международные бренчи. Как мы это сделали? Я слышала ваши реформы и очень горда представить мои реформы. Мы сделали все наоборот. Мы отказались от всего. Мы дали возможность частному сектору выразиться и сделать все, что возможно сделать. Потому что я сегодня горда и могу сказать, что это частный сектор, который помог государству и мне сделать все возможное, чтобы мы сегодня приняли туристов. Мы дали свободу частному сектору. Мы пропагандировали открытие турагентств и туроператоров. Всего 5 минут требуется на сегодняшний день, чтобы зарегистрировать туристическое агентство. Без туроператоров невозможно рекламировать и пропагандировать страну. Туроператор — это тот человек, который создает твой туристический продукт. Это тот креативный человек, который помогает тебе в продвижении твоего туристического направления на мировом туристическом рынке. У нас, мы отказались от НДС, сегодня нету, у нас 0% НДС на incoming tourism. Мы отказались от лицензии гидов, потому что мы поняли, у нас была лицензия гидов, это была единственная лицензия, которую мы оставили в 2003 году, но мы очень быстро поняли, что эта лицензия не нужна, потому что туроператоры работали с теми гидами, у которых не было лицензии, и эти гиды были профессионалы, потому что просто зубрить и сдавать экзамен, чтобы получать лицензию, не означает хорошо провести группу в своей стране и рассказать про свою страну. Мы открыли небеса. Это было намного позднее, только в 2013 году. Но как только мы открыли небеса, нас стали летать. У нас только из России в Ереван, Москва, Ереван, 23 флайта в день. У нас огромное открыто небо с Арабскими Эмиратами. Мы отказались от визового режима. Сегодня в Армению могут путешествовать все европейцы без единой визы. То есть сегодня могут приезжать в Армению из Арабских Эмиратов без визы. Сегодня в Армению приезжают из USA и Канады без визы.